Доброго времени суток. Я Елена Чедюк, руководитель Центра здоровья «Оберег», город Екатеринбург. О том, что существует такая компания, как «Концепция здоровья», я узнала летом 2022 года от своей коллеги. Зашла на сайт, ознакомилась с каталогом продукции, заинтересовалась. Ну, во-первых, самой технологией производства мне показалась очень интересной. Сырье, что оно натуральное, из которого все получает. Ну и заявленные возможные результаты от применения данной продукции тоже были очень интересны. И само направление, как клеточное питание, на практике очень меня же опять заинтересовало, потому что мы знаем, что когда происходит то или иное заболевание, то обязательно расходуется большое количество микроэлементов, которые пациенту очень сложно восстанавливать. А здесь данная продукция помогает восстановить потерянные минералы, витамины в достаточно короткий срок. Мне, кстати сказать, очень заинтересовало то, что действительно здесь очень краткосрочные курсы применения и очень концентрированные продукты. Они позволяют, как бы не затягивая, очень быстро получить желаемый результат. Далее я созвонилась с компанией, попала сразу на Рамиля Камаева. Он очень энергично, компетентно ответил на мои каверзные вопросы и предложил приобрести пакет дилера. Я предложение обсудила, отсмотрела. Предложение оказалось очень выгодным. И приобрела продукцию, значит, составили протоколы, приобрела продукцию для решения вопросов по ЖКТ, антипаразитарную программу и программу протокол для ослабленных лиц при онкологии. Это были те пациенты, которые на тот момент у нас оздоравливались, и в качестве комплексной терапии мы им предложили еще и продукцию концепции здоровья. Также я для себя приобрела кремний, коллаген, меланин, сорбент А, золото, и очень мне понравились еще жидкие специи. Вот, значит, даже на себе могу сказать, что я почувствовала прилив энергии, улучшение состояния, повышенная работоспособность. Почувствовала, что легче стало, в общем-то, в спине, в суставах. Хотя ранее я этого не замечала, но оказалось, видимо, уже некая доля проблем была все-таки. А сейчас это чувствуется, как будто ты помолодел лет на 10. Также мы получили положительные результаты, особенно по антипаразитарной программе с детьми. Вот, у них это, ну, в силу того, что они все-таки дети, у них все это быстрее и лучше срабатывает. Они становятся активнее, спокойнее спят, перестают капризничать. Улучшается состояние там, кожи, например, вот были аллергические реакции у малышей. Ну, как малышей, в основном это у нас были пациенты от 4 лет. Вот. Вообще, саму концепцию продукции концепции здоровья я бы отнесла все-таки к премиальному сегменту, так как здесь, вы знаете, все время, чтобы не платить скупой дважды, хочу сказать, что лучше вы один раз купите хорошую продукцию, пусть она вам даже покажется дороговастой, но вы за короткий срок выполните то, чем вы купите 10 пачек менее дорогой продукции. Поэтому, значит, ну, кому бы я порекомендовала приобретать, допустим, тот же дилерский пакет? Конечно же, специалистам, которые работают в сфере оздоровления. Ну, во-первых, потому что вы действительно сможете лучше еще и качественнее помогать своим пациентам, своим клиентам. Вот. И, естественно же, при продаже, при наличии дилерского пакета, продажа, она даст дополнительный очень хороший доход. Рекомендую продукцию, желаю всем сотрудникам, которые, кстати сказать, очень-очень компетентны, очень отзывчивы и всегда отвечают, можно сказать, любое время суток на все вопросы, очень оперативно отправляют продукцию, ну и сами по себе очень интересные, энергичные ребята. Желаю всем продвижения, процветания, вот, хороших партнеров, ну и всем здравия, естественно.